Это жизненно необходимые вещи. Общий тренд выравнивания тарифов на всей территории для Иркутской области не коснется. У меня есть ресурсы договариваться с федеральными структурами и с местными. Но у меня позиция одна. Низкие тарифы, они являются обоснованными. В этом году мы открываем 14 детских садов. И в следующем точно не меньше будет. По строительству Суворовского училища президент поддержал. Очень серьезные федеральные вложения, несколько миллиардов. Я думаю, для города это будет важно. И социальной сфере было уделено особое внимание. 98 тысяч детей от 3 до 7 лет начали получать ежемесячную дополнительную выплату по 6 тысяч рублей.